Сколько я себя помню, я все время любила петь и рисовать. В пионерских лагерях, в школах я пела. С 2 лет у меня фортепиано, я подбирала музыку, училась в музыкальной школе. Очень любила выступать. Каждый праздник я становилась на стул, пела, рассказывала стихи. И как-то я поняла, что хочу заняться так по-серьезному пением. Being with Oksana, it became as a very magical. Если я что-то делаю, я отдаюсь полностью. Если делать, то делать на высочайшем уровне и профессионально. И мне очень важно всегда докопаться до самой сути, до самой глубины. I think she's one of the most talented people I know. Когда ты выходишь на сцену, ты заряжен. Как говорят актеры, у тебя заспинник такой. У тебя большая история. А песня – это как мини-спектакль. Это целая жизнь, это действенное исполнение. Really don't feel you're strong enough, no. Когда я начала рисовать, у меня музыкальное искусство перешло в живопись, как-то вот так сложилось. Я встретила свою любовь, и я поняла, что совмещать это невозможно, шоу-бизнес и настоящую семью. Все говорили: ты все время улыбаешься, а почему ты улыбаешься? А мне так странен этот вопрос. Я вот, как можно грустить? Жизнь так интересна, так прекрасна. Вот посмотрите, люди, жизнь же прекрасна. То, что мне нравится сейчас в живописи, то, что я сама себе режиссер, я сама выбираю палитру, я сама выбираю сюжет, сама выбираю краски. И не важно, как я выгляжу, не важно, сколько мне лет. Внешность – это естественный процесс старения, и все стареют, и мы все уйдем когда-то. И жизнь наша в этом теле – это такой промежуток, это бесконечность. Мы приходим и уходим. И так здорово, что ты можешь что-то оставить после себя своим детям. И я прям чувствую, я не могу не рисовать, прям вот руки чешутся. И эта энергия откуда-то свыше, я ею не владею, я просто передатчик этой энергии. И я ею делюсь, и я чувствую, как это место становится лучше, как-то счастливее, как-то позитивнее. И когда я пишу очередную работу, я прям чувствую, как я прям переношу этот поток энергии на холст. И вот он через кисть, через краски, он туда переходит. Я получаю ответ. Госпожа Кожемякина Мажулис, будем рады видеть вас на нашей выставке в качестве художника. Я была настолько счастлива, что нет слов. Я на потоке. Я вот прям вот это ощущение потока, это что-то невероятное. Когда вот ты встаешь на свой поток, на свое предназначение, на свой путь, и все начинает складываться, люди начинают притягиваться. Я понимаю, что я увижу там много красивых работ, много разных потрясающих художников. Будет расширение горизонта, расширение границ. После этого у меня будет много новых идей. У меня дядя художник, и я с детства видела, как он рисует, и он стал меня обучать акварели, стал показывать, как смешивать краски. И я помню, меня потрясло, что если смешать синюю и желтую, получается зеленый. Что-то невероятное. Думаю, ничего себе, надо же.
Я обожаю писать небо, воздух. Обожаю писать воду, море, реки, деревья, цветы. Посмотрите на цветы, они все время разные. Они такие красивые, они для всех. Мы уйдем, а это все останется. Во мне просто миллион вольт, которым я должна делиться. Я зажигаю лампочки. Это песни, эти лампочки, картины, это дизайн интерьер, это дети, и это все творчество. Знаешь, я была и певица, и актриса. Я и мама трех прекрасных детей. Любящая женщина, любимая. И теперь я ощущаю себя художником. И это потрясающе гармоничное состояние. И я очень счастлива.